Итак, святейший патриарх Кирилл продолжает путешествие по северным землям. Сейчас он находится на Соловках. Глава Русской Православной Церкви прибыл на острова накануне вечером. Святейший возглавил заседание Патриаршего попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. Ну а завтра, в день памяти Зосимы и Саватия Соловецких, предстоятель Русской Церкви совершит в Соловецкой обители божественную литургию. Подробности пребывания патриарха на архипелаге мы расскажем уже завтра в 12 часов.